И если бы Москва не предала, а предательство союзного центра началось раньше, кто начал создавать все вот эти сепаратистские движения, народные фронты? Из Москвы, под кураторством руководителей ЦК КПСС. Они стали насаждать, укреплять и говорить: расшатывайте. Кто призывал армян забрать Нагорный Карабах, а Азербайджан не отдавать Нагорный Карабах? Из политбюро ЦК. Когда господин Яковлев поехал в Ереван и говорил: немедленно принимайте решение и забирайте у Азербайджана Карабах.